Приветствую вас, друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить прекрасный Assassin's Creed Mirage! Только послушайте эту музыку, проникнитесь атмосферой Древнего Востока и погрузитесь в эту шикарную игру вместе со мной. Но задание не ждет, нам надо разыскать Бэши. В этом нам поможет наша верная орлица. Мы все братья! Мы стоим плечом к плечу. Возможно, это Бэши собирает людей. И если один из нас упадет, то другой подставит свое. Нас стало меньше, нас разделили. Мы все еще здесь. И пока мы живы, борьба продолжается. Точите клинки, молитесь Аллаху, чтобы он указал нам путь. Ведь сегодня я вижу, что нас ждет великая победа. 9 век, Багдад. Темнокожий глашатый. Окей. Ты Бэши? Я друг Нура. Ты знал его? Знал. Но последний раз, как я его видел, он бежал из города, и за ним гнались. Он жив? Едва. Но он в безопасности. Упрямый ублюдок. Как тебя зовут? Басим. Что ж, Басим, если у тебя клинок побольше, чем этот столовый прибор, возможно, стоит что-нибудь подобрать. Зачем? Ты собираешься на поиски Али? Нет еще. Здесь только половина моих людей, остальных держат в порту, дальше по этой дороге. Нас слишком мало, чтобы отбить их силой. Если ты хочешь уберечь своих людей, действовать надо осторожно. Я пойду скрытно. Твои люди подождут в укрытии и сопроводят тех, кого мы освободим. Вы все мыслите одинаково, но план хорош. Они субтитры разбивают не очень удачно. Новая беседа, найдена зацепка. Ну-ка. Ты смотри, побежали все. Вообще ситуация такая беспалевная. Готовится штурмовать это место. Все спокойно слушают. Вот. Беши обосновался в верхнем порту. Солдаты халифата схватили людей Беши. Бросок факела. Да. Так, а мы можем подождать до ночи? Давайте попробуем, потому что днем штурмовать порт — это такое себе. Вот, можно подождать. Давайте попробуем. Прикольно реализовано. Крутяк. Какой медленный верблюд, да? Вот, ночь. Странно, что не подсказали это сделать. Вот теперь идеально. Кстати, красивая ночь. Ох, какое небо. Так, нам нужен ворон. То есть орел, ворон у нас в другом месте был. Зараза, как тяжело выцелить. Так, стрелку смотрим, вот сразу, и по ней ведем, вот. Вот, идеальный вариант, смотрите. Находим стрелку, вниз ставим и вверх ведем. А не совсем идеально там. Еще раз. Вот где-то так, да? Вот. И какое-то время подержать еще надо. В идеале, конечно, еще врагов всех пометить, но... это долго. Хотя это летсплей, могу подрезать. Правильно. А символы разные, видите? Просто щит. Щит с точкой, видимо, более крутой. Ладно. Более-менее пометил. Мы еще вот так их видим. А, у меня есть дротики? Да, 4 штуки. А я могу ими пользоваться, когда прицеливаюсь просто? Нет? А почему? Все, выбрал. Теперь можно кого-нибудь гулять будет.
Аккуратненько, главное, чтобы никто не увидел. А тот сюда не будет смотреть? Надо бы его спрятать. Помните такие штуки из первой части? Кто? Все? Известность? Кто-то увидел? Кто-то увидел это? Ах вы скоты! Хеллер! Хиллер это вообще лекарь. Они подозревают меня уже. Не, все нормально. Блин, вообще непросто. Как я их освобожу тут, не перебив? Наверное, надо вырезать аккуратненько. А, свистеть же можно еще, точно. Сейчас, я постепенно вспомню, как тут дела делаются. Да блин! Awful timing. Крысы закладывают меня. А, можно сбросить, типа несчастный случай. Они поверят, что это несчастный случай. А вон там на корабле кто-то. Очень громко будет. Лучше спрыгнуть. По-нашему, по-ассасински гулять. Это было необходимо, говорит. Да-да. Скажи это его родным. Скоты глазастые. Зараза. Да ладно, и тот не увидел. Они тупики тут. Иди посмотри. Иди к пристани, найди там Беши. Тут уже кладбище устроил. Так, ключник. Скорее всего, нам придется его гулять. Блин, подкоптился. Ну, кстати, управление удобное. Подработали они паркур. Так. Добыча. Материалы для улучшений, да, это надо собирать. А вот и ключник. А если я свистну? Много, кстати, дали всего. Давайте сначала этого вырубим. Геймплей точно такой же, как в Origins. Одиссея. В Origins, да. Больше всего на Origins похоже. Время двигать. Так, он сейчас увидит. А вот так, дружок. А днем бы, скорее всего, заметили. Да, ножами можно пользоваться, кстати.
Теперь могу отпереть двери. Новые указания. При приобретении работников с Запада возникли трудности, и пока вопрос не будет решен, мне будет не хватать людей. Отныне всех мятежников, которых удастся схватить, оставляйте в живых и держите под стражей. Перевозку я обеспечу. Здоровым и крепким найду применение, а вскоре после этого избавлюсь от них. Само собой, ваше вознаграждение возрастет. Альгул. Это же женское вроде имя. Айгуль. А, или это... Ну, это одновременно и казахское имя, Айгуль, и монстр в Ведьмаке, Альгуль. Так, последний. Тут вдвоем стоят. Роды. Какая же вода красивая. Надо аккуратненько его огулять. Что там такое? Так, а тот смотрит не сюда, правильно? Все, ничего не было. Легко. Старый добрый стелс-геймплей. Так, а это что? А, это ножи подобрать. Снаряжение, то есть, понятно. Там сундук. Давайте сначала возьмем его. Потому что хрен знает, что там произойдет. А, тут головоломочка. Вот оно чё. Нагородили. Не, назад надо. Блин, как у вас тут все сложно. Заразы. И ради чего я так стараюсь? Ради каких-то шкур. Шкуры — двигатель прогресса. Костюм восставшего из ада. А не, восставшего Зинджа. О, я могу прямо сейчас одеть? О, ты смотри-ка. А, это точно! Ориджин, скажи, его звали. Напишите. Кто-то по-любому помнит. Тоже на Б звали, да? Снижает рост известности Басима из-за незаконных действий на 20%. А тут враги слышат на 50% меньше шума. Нет, это по идее лучше. Ну, чуть-чуть походим. Сиську оголил. Дайте стоять все спокойно. Они, может, уже заметили нас, но хотят жить, поэтому не подают вида. На этом все. Пора возвращаться. Тут больше ничего нету? Show me everything. Пробежал так спокойно. Это не стражники? Не, голубые, нормально. Голубые, значит, хорошие. Да ты просто ищейка, Басим! Я лишь делаю, что должен. Вместе мы положим конец тому, что терзает этот город. Тебе нужен Альгул, человек, о котором все говорят, но никто не видел. Что ты можешь мне о нем рассказать?
Он отправляет врагов халифата на раскопки в пустыне, заключенных, повстанцев, просто работников. Что он ищет, я не знаю. Люди, схваченные вместе с Али несколько недель назад, были обречены погибнуть в песках. Не Али. Его забрали в другое место. Они нас пометили и разделили. Али был в другой группе. Его хотели допросить насчет тебя и твоих друзей. Можешь показать мне его метку? Что ты задумал? Али и Нур слишком близко подобрались к Аль-Гулу, и он их заметил. Если найдем Али, он приведет нас к Аль-Гулу. Это один путь, есть и другой. Я отправляюсь на раскопки, куда должны были отправить этих людей, и притворюсь пленником. Ты что, сумасшедший? Просто упрямый. Вот, возьми. Что мне с этим делать? Это знак Хидме. Те, кто знает ему цену, сделают все возможное, чтобы тебе помочь. Я отправлю этих людей на водяную мельницу в северных предместьях. Это оплот повстанцев. Тебе там будут рады. Надо продолжать поиски Али. Возможно, в квартале Шари мне удастся узнать, где он. Рабовладелец. Хублюдок. Айгуль. Знаки Хидмы используются для покупки услуг фракции Багдада. Вот оно чё. Выполнено. Новые зацепки. Аль-Гул. А вот еще знакомец Нура. Пойдемте к нему. Лучше в ночи все делать. Если честно, мне атмосфера ночи даже как-то нравится. Она ассасинская такая. Тем более ночь тут светлая. Ну, это специально в играх так делается. Иначе было бы очень неудобно играть. Вот в плане дизайна игра просто великолепная. Тут шик. Восхищение. А тут можно подлутать. Значит, нужно подлутать. Лут сам себя не возьмет. Сам себя не залутает. Сейчас прокачаемся. Эх, красота. А, это восстановить ресурсы, понятно. Теперь можно уходить. Все четко, вылез, прыгнул. Слушайте, реально доработали. Это единственное, что когда камера поворачивается с персонажем, это меня раздражает. И так все хорошо. Портной. Пойдем к портному прямо сейчас. Ох, нравится мне эта игра, слушайте. Слышите это пение? Это же вроде на молитву зазывает, как его, имам? Как-то я прямо очень проникся этой восточной атмосферой. Кайфую. Баек его звали, вспомнил. Здравствуй. Здравствуй, господин. Вот, можно улучшить. Не, ну я буду в этом, наверное, ходить. В этом костюме очень хорошо делать быстрые убийства. А, не хватает кожи, нифига себе. А я-то думал, у меня на все хватит. Ну ладно. Проматывать нельзя? Разговор. А это кто такой? Глашатый? Мунади. Неподалеку есть Мунади. Найдите и подкупите его. На меня они так? Обнулить известность. А, ну давай. Шурта преследует меня. Мне не помешала бы передышка. Рад помочь тебе.
Куда нам надо идти? А, точка обзора! Я про это забыл совсем, слушайте, надо же их открывать. Точно, точно. Осел спит. Причем в очень странной позе. Ага, давайте сорвем. Не полностью, просто порвал. Надо было разрисовать какую-нибудь мордашку. Тогда бы ложного человека поймали, который бы был похож на эту мордашку разрисованную. Что-то тут не так со слами. Куда это они лезут? В мечеть. Сел на ступеньках. Прикольные ослы. Ну, не мечеть, конечно, но все равно залез по ступенькам. Ага, вот башня. Не убрали все-таки эту штуку. Уже настолько они всем надоели, можно было и убрать. Типа, не ломай то, что работает. Даже если оно хреново уже работает, всех достало, но работает. Да, вид потрясающий. Картинка наслаждения. Практически вот качество не падает, посмотрите вдали. Шик. Найден объект интереса. Ага. А что вот это такое? Достопримечательность, скорее всего. А, известное место, да, достопримечательность, я думаю. Историческое место. А, круто. А, кстати, мы заходили к портному, давайте попробуем теперь к кузнецу зайти. Прыжок веры. О, тут информацию можно изучить. Распространение ислама через торговлю. Ислам распространился далеко за пределы земель халифов. В этом сыграли решающую роль мусульманские торговцы в Юго-Восточной Азии, Китае, Западной Африке и на побережье, сейчас населенным народом суахили. Да что такое? Сам подошел ко мне и приколупался. Good to see you. Be welcome here. May I see your wares? Тут, скорее всего, мечи можно улучшить. Да, кинжал. Чем больше дырок, тем легче дышать, а? Ни на что не хватает ресурсов, зараза. Совсем я бедный. Это начало игры, потом некуда будет девать. Следуйте примеру Нура, найдите знакомца Нура в мастерской красильщиков. Ага. Еще башенка. А, не так просто залезть. Надо искать прямо места. Ну ты настолько уже доскучила. Миллион раз залезали все. Или они думают, что уже выросло новое поколение игроков. Для них это впервой. А, тут лутец. Не зря залез. Посмотрите, очень далеко люди показаны. Очень далеко. У меня производительность вообще великолепная. Ниже 90 кадров, которыми я ограничил игру, почти FPS не падает. При том, что это 2К все-таки разрешение. Видеокарта 3080 Ti, в принципе. По идее, на ней должно еще все работать идеально. Это что такое было? Взял, спрыгнул просто. Заспавнился.
Ага, да я просто посмотрел. Просто посмотрел. Че вы такие сразу злобные? Случайно зашел не в тот квартал. Какие вы злобные, обалдеть. Ладно, таким пока не будут заниматься, вычищать просто локации пустые ради лута. У нас есть задание. Лучше присесть. Воспользуемся орлом. Ага, стражники, уроды. Сундук. Цель мы уже нашли, в принципе. Так, нас же не будут тут ругать. Квартал красильщиков. Сейчас, сейчас. Дервиш! Басим? Мой мальчик! Я думал, ты погиб! А я боялся за тебя! Что ты здесь делаешь? Ты... Твои одежды! Ты теперь один из них! Как? Я незримый. Рошан моя наставница. Прости, столько всего сразу. Не найдя тебя среди мертвых, я надеялся, что ты сумел как-то спастись. Много ночей я молился за твою жизнь, молился о твоем спасении. Сегодня Аллах ответил мне: я не стою твоих молитв. То, что случилось той ночью, не твоих рук дело. Это деяние дурных людей. Ты это знаешь. Вот почему ты выбрал эту дорогу. Вот почему я нашел путь в Багдад. Али ибн Мухаммад опрометчив и мнит себя великим героем из пророчеств. Я терпеть его не могу, но у нас общий враг. Мой долг — помочь его уничтожить, иначе моей душе не обрести покоя. Значит, это правда? Ты и есть тот торговец-повстанец, который помогал Нуру? Что с ним стало? Он едва жив. Но в безопасности среди наших людей. Я должен продолжить его труд и высадить тех, кто угнетает жителей Багдада. Али помогал Нуру подобраться к одному такому человеку. Но, как ты знаешь, недавно он исчез. Он не исчез. Он был схвачен, как и многие другие повстанцы в последнее время. Ты знаешь, где его держат? Его отвели на заставу стражи Харасанских ворот. Но это было много недель назад. Ты даже уходишь, как они. Я был рад снова видеть тебя. Будь осторожен. У тебя, быть может, есть теперь учителя получше. Но прости мне мою старческую назойливость. Кстати, Басим, если вдруг захочется стащить что-нибудь, заходи ко мне. Твоя помощь мне пригодится. Разумеется, во благое дело. Ты смотри, какой неожиданный старый друг. Наставник, почти отец. Занятия, артефакты Дервиша. А это будет вообще тупые задания или сюжетом каким-нибудь? Давайте попробуем. Это его лавка. В принципе, все так же осталось, как и было, да? Король воров. Король воришек. Новый навык. Ответный удар. Тут и так все понятно. Классическая способность из всех игр. Что это у нас с расследованием? Зацепочки все появляются, расширяются. Карта проясняется. Хорошо! Лавка Дервиша. Дервишу нужны редкие артефакты, чтобы добыть деньги для повстанцев. Они говорят Дервиш, ну не знаю, Дервиш, по идее, как-то звучит по-нормальному. Застава у Харасанских ворот. Сначала тут посмотрим задание. Ох, как у нее тут все богато заставлено. Всяким хламом. Наверное, ценным. Лавка старьевщика. Ломбард. Блин, красивая тарелка.
зорчатые. Ну-ка. Предложение свершить правосудие. Дервиш, я слышал о несчастье, о котором ты написал. Сожалею, что погибли те, кто был тебе так дорог. Но если медлить и предаваться скорби, ничего не изменится. Те, в чьих руках власть процветает благодаря бездействию слабых. Мы же принадлежим к числу сильных, которые идут вперед. Могу ли я считать тебя одним из нас? Али ибн Мухаммад. Так как у него задание получить? Ты говорил, тебе нужна моя помощь, Дервиш. Полагаю, это касается поддержки восстания? Верно. Тут всегда нужна звонкая монета. Но ее куда проще добыть, когда у тебя есть... нужные вещи. Вот, посмотри. По слухам, несколько редких уникальных предметов отягощают карманы наших славных... горожан. Принеси мне их, Басим. И получишь награду. Вот видите, разделения очень плохие в субтитрах. Посреди предложений. Снизить цены можно. Отдать артефакты. У меня их нету. Давайте посмотрим, что у него продается. А, ну все классика. Как в Эльгале. Кстати, могу купить. Но пока нет смысла. Наряд. Купца из далеких стран Востока. Ух ты какой. А, можно продать безделушки. Пока это все нам не надо, просто посмотрели. Насколько я знаю, безделушки надо продавать, но вдруг тут они сделают такой момент, что в задании потребуется лапка, например, кролика. Или кубик. Или перо павлина. Пока деньги не нужны. Мир тебе, мой друг. До встречи, Басим. Иншаллах. Верните предметы в лавку Дервиша. Давайте попробуем. Ага. Тут рядышком. Прикольно обустроено все, да? Столько наложено всего. И все стоит снаружи. А как-то не украдут, интересно. Ценные предметы. Подобрать? Ну вот, к примеру. 3 дирхема. Кругом красильщики. А, украсть надо. Давайте попробуем. Нифига себе, как у меня получилось. Я не ожидал, если честно. Я как увидел этот квадрат маленький. Ромбик. Охренел. Так, но одного мало. Ладно, пойдем задание выполнять. Или это основное задание? Смотрите, оно прямо тут выделено. Но я думаю, постепенно будем выполнять. Пока что ничего на карте нету. Будем, скорее всего, открывать точки обзора и видеть эти предметы. Таким образом. Застава у Хорасанских ворот. А я могу телепортироваться? Да! Вот видите, уже профит от открытых точек. А зачем синхронизировать написано, если мы и так уже открыли эту точку? Ты что у него за китайский костюм такой? Как он сюда попал? Блин, ослы прикольные. А что это у нас за место? Вот застава, куда отвели Али. Застава Хорасанских ворот. Греки, дары приносящие. Благодаря своему могуществу аббасиды стали ведущими фигурами в дипломатических и геостратегических отношениях многих государств. От побережья Атлантического океана до Тихого, от Китая династии Тан до фракции под властью каролингов. Высокопоставленные чиновники со всего света отправлялись в Багдад с роскошными дарами, надеясь заключить союз с могучей державой. Вот так. Обыщите заставу. Что это было? Проси, Энкиду. Я был слишком невнимателен. А, стрелки по ней стреляют. По Энкиду. Я могу на такого коня сесть?
Боевой! Конь катафрактария! Прелесть! О, я прямо кайфую от них, посмотрите! Это как спортивная машина какой-нибудь, Lamborghini Huracan. Ну, по идее, наоборот, медлительный из-за этого, но выглядит обалденно. Какой вам больше нравится? Эти одинаковые по краям, да? Этот чуть полегче, этот потяжелее. Кожаная броня. Но кожа такая матерая, ядреная. Что будет? Все в порядке? Окей. В то время такой конь стоил просто состояние. Как Майбах. И на этой... Да зараза! И на этой прекрасной ноте серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Посторонись, чернь, холоп из пути. Царь едет. Царь на коне. А плавать конь умеет? Вообще в таких доспехах тяжело плавать. Эх, красотища. Просто посмотрите на эту красотищу. Офигеть. Эта игра великолепна. Да, оставляйте комментарии.